первую очередь это память, дар памяти, а вторую, ну, как бы, все-таки это праздник для всех. Подарок Альметьевску к празднику решили сделать педагоги художественных школ. На площади 23 на 33 метра разместили 48 гвоздик. Высота каждой из них 3 метра. Чтобы воплотить идею в жизнь, авторы сопоставили пропорции площади с рисунком. В две смены здесь работали около 20 художников. Один из педагогов первой художественной школы работал над эскизом, причем делалось это сначала на компьютере все. То есть не так вот просто взяли и начали рисовать. Нет, это, естественно, было продумано. Детально компьютер, рассчитана высота, чтобы она была соразмерна той площадке, на которой мы рисуем. Сначала пользовались трафаретом и валиком, затем выполняли цветовую растяжку, и только тогда в ход пошли кисточки. Гвоздики нарисовали очень красиво, вообще красиво очень. Лисан Авзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.